Сезон 19-20 останется в истории уникальным, недосказанным, недоигранным. Но все мы с вами ждем возобновления привычного ритма жизни, победы над коронавирусом и скорейшего возвращения любимой миллионами игры. А пока настала пора представить вам последнего по очереди, но не последнего по значимости, новичка «Зенит Казань». С возвращением, Александр Волков. 35 лет. Центральный блокирующий. Рост 210 сантиметров. Олимпийский чемпион Лондона 2012. Победитель мировой лиги и Кубка мира. Победитель Лиги чемпионов, а также пятикратный чемпион России и обладатель кубков и суперкубков России и Италии. Карьера Александра Волкова, без преувеличения, легендарна. Чтобы постараться прочувствовать все то, через что Саша прошел по ходу своей карьеры, просто посмотрите один из самых первых роликов ZTV. История Александра Волкова «Год без волейбола». Та самая легендарная Олимпиада могла поставить крест на карьере Волкова, но он принял решение, что та победа важнее всего. Хотя всего лишь за год до этого Александр перешел в казанский «Зенит» и сразу же выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок России, а также являлся капитаном команды. Становление карьеры Волкова прошло в московском «Динамо», где блокирующий провел 7 сезонов. Один год отыграл в итальянском «Кунео», но все это было давно. Главное, что Александр смог вернуться в большой спорт после тяжелейшей травмы колена. Успешный сезон в Урале позволил Александру попасть в сборную России и поехать на третью для себя Олимпиаду. Далее была сургутская «Газпром-Югра» и эксперимент в доигровке, возвращение в родное московское «Динамо» и 2 сезона в санкт-петербургском «Зените». Последний год Волков провел в «Динамо» из Ленинградской области, в составе которого попал в топ-10 игроков чемпионата по игре на блоке и показателю плюс-минус, а также в топ-30 бомбардиров и по проценту в атаке. Спустя 10 лет Волков возвращается в столицу Республики Татарстан в статусе настоящего дядьки, олимпийского чемпиона, который способен помочь команде не только на площадке, но и в раздевалке. Александр Волков, мы очень рады твоему возвращению в «Зенит» Казань. Ребят, на самом деле, второй раз я в Казани в такой ситуации. Как же это приятно, на самом деле. Подписывайся на ZTV. Ha 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 ha!